все заряжены позитивом, бешеной энергией. И прямо с самого парада будут самыми активными. Итак, парад второго отделения чемпионата Москвы по каслу 2015 года объявляется открытым. Погнали! Судья номер 5, Борисова Ольга.
участники. Сейчас здесь комбинатор, официальный скайпер, нас приветствует на втором уровне чемпионата Москвы. Много говорить я не буду, вы здесь все постоянные участники наших соревнований. Я думаю, все правила вы знаете. Надеюсь, что сегодня у вас все сложится хорошо. У нас сегодня отличный зал, с музыкой все в порядке. Все у нас сегодня хорошо, короче. Удачи вам, надеюсь, что сегодня классно. Мы вас будем выстраивать по законам. Построение у нас будет происходить вот здесь. Соответственно, вам надо будет туда вовремя подходить. Постарайтесь не опаздывать, иначе мы вас можем дисквалифицировать. Вот. И результаты будут, как обычно, висеть рядом со входом. Ну, я думаю, вы все знаете. Спасибо. Спасибо. А еще на вкусный кулер с печеньками и кофе, и чаем. Вот. Можете туда обратиться. Ну и несколько слов о том, кто нам сегодня помогает. Под ваши аплодисменты. Школа чемпионов под руководством Сергея Лебедева. Да. 7 по 23 августа в Геленджик день ведущий преподаватель Каста Низкофонцев будет учить вас танцевать. Интенсивные тренировки по 6-8 часов в день. Все очень по-доброму. Занятия Каста Низкофонцев для танцоров разных уровней, лучшие преподаватели. Конкурс, ну и, конечно же, обширная культурная программа и незабываемый отдых. Ваши аплодисменты. Занимается организацией проведения мероприятий, свадеб, дискотек, детских и взрослых праздников различной тематики и направленности. Вчера эти ребята нам подготовили очень вкусные торты, которые вручали финалистам. Сегодня повесили замечательные шарики вот здесь, вот там и вот там. Вот так вот замечательная группа компании «Твайс». Ваши аплодисменты, друзья. Ну что ж, все.